мои любимые, Павел Дуров запускает у себя в телеграм-канале невероятно интересную штуку – сторис. То есть я хочу, если у меня появится возможность снимать сторис, показывать вам уникальный контент, который будет только в телеграме и только в сторис. Я буду рассказывать вам нечто очень полезное, что-то очень новое, что-то очень интересное, то есть что-то, чего не будет вообще нигде. Я не буду это публиковать ни в Инстаграме, ни ВКонтакте, ни на каких-либо других площадках. Я это буду публиковать только в Телеграме, только в Телеграм Сторис. Это будет вот именно нечто такое уникальное. Но это возможно только при одном условии, если вы за меня проголосуете. Потому что нужно набрать определенное количество голосов, чтобы появилась возможность у блогера снимать это сторис. Поэтому я вас прошу, если вы даже за кого-то голосовали, вы можете на следующие сутки проголосовать за меня. Таким образом, мы соберем определенное количество голосов, и я смогу для вас каждый день делать уникальный контент. А вы будете смотреть и любоваться, будете смотреть и наслаждаться. Причем это очень-очень просто. Вы заходите по этой ссылке и нажимаете «Проголосовать». То есть не то, что там как-то, где-то, чего-то регистрироваться. Нет-нет-нет, это все супер просто. Проходите по ссылке и нажимаете «Проголосовать». И я для вас буду стараться изо всех сил. Обещаю.